Опыт работы с детьми раннего возраста, не посещающих детский сад, у работников дошкольных учреждений имеется. На сегодняшний день практически во всех районах города успешно функционируют проекты «Консультационный центр» и «Центр игровой поддержки ребенка». Их посещают совсем маленькие детки в возрасте до 1,5 лет. На коллективных и индивидуальных занятиях малыши осваивают и совершенствуют навыки игровой деятельности, проходят этапы социализации и адаптации. Родители будущих дошколят имеют возможность получить квалифицированную консультацию по вопросам организации режима воспитания своих детей. Опытные педагоги оказывают и большим, и взрослым всестороннюю помощь. Что же касается службы ранней поддержки ребенка, то здесь мамы и папы малыша смогут получить комплексную поддержку. Будут оказывать не только сотрудники детского сада, но и для оказания помощи детям раннего возраста и их семьям будут подключаться специалисты еще здравоохранения и специалисты социальной защиты. То есть вот такая помощь будет оказываться комплексно, потому что одним из главных принципов работы службы ранней помощи – это принцип межведомственного взаимодействия – образование, здравоохранение и социальная защита. Служба ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья будет функционировать на базе двух детских садов – 63-го и 62-го. Всю необходимую информацию родители малышей смогут получить, обратившись в эти образовательные учреждения или в информационно-методический центр. Специалисты уверены, служба будет востребована в нашем городе. Первые занятия состоятся в самое ближайшее время. А вот когда заработает проект «Семейный детский сад», вопрос пока открытый. Внедрить такую форму работы с детьми планируется в селе Алакурте. На сегодняшний день в населенном пункте наблюдается острая нехватка мест в дошкольных учреждениях. Проблему поможет решить семейный детский сад. Во-первых, семейный детский сад, он создается как структурное подразделение детского сада. Семейный детский сад, он организуется на базе семьи, в которой есть дети дошкольного возраста и которые не посещают дошкольное учреждение. Семейный детский сад принимает до 5 детей. Если в семье проживает один или два ребенка, то в этот семейный детский сад могут быть приняты дети из других семей. На должность воспитателя семейного детского сада принимается мама семьи детей, на базе чьей семьи создается семейный детский сад, и она выполняет функции воспитателя. О том, как можно организовать работу семейного детского сада, специалисты управления образования рассказали жителям села Алакурте на встрече, которая состоялась накануне. Но кто возьмется за реализацию проекта, пока неизвестно. Вопрос изучается. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.